Всем привет! Смотрите, какой интересный автомобиль привезли. Уже отсюда видно алюминий, крыло алюминиевое, капот алюминиевый. Ну и, конечно, привезли его восстанавливать. Посмотрим, что же из этого у нас получится. Всем здорово! Для тех, кто первый раз видит эту машину, рассказываю, это Porsche Panamera. Приехала на ремонт капота. Ну, все самое интересное осталось за кадром, в натянутом состоянии. Ну что, друзья, многие не верили, а мы автомобиль закончили, все восстановили, не считая переднего бампера и левого крыла. Капот у нас выглядит, я бы сказал, идеально. Смотрите, все плоскости ровненькие, зазорчики правильные, отражение как стеклышко. Ну, в принципе, с завода было примерно то же самое. В общем, самая главная проблема была алюминиевый капот. Я думаю, что, наверное, на всем автомобиле, не считая, конечно же, разобрать дверь у Panamera. Это, я вам скажу, ни хрена не Toyota. Совершенно другая конструкция автомобиля, все по-другому. Смотрите, вот эта декоративная стоечка есть абсолютно на каждом автомобиле. Теперь, чтобы вы понимали, смотрите. Она просто идеально вровень с стеклом. Вот, чтобы вы понимали. Оп. А здесь вообще все вровень. Задняя форточка также. В общем, вот такие моменты дают стиль автомобилю. Ты на него смотришь и понимаешь, что он все же вот чем-то... Да, у него 4 колеса и капот, но он по дизайну отличается. Он живьем только можно это все дело оценить. Камера, я думаю, этого не передает. Капот мы вместе с вами сейчас еще посмотрим, что же внутри получилось. Заднее левое крыло было также очень сильно деформировано. И у нас получается, смотрите, какое идеально ровное отражение. Что здесь можно еще сказать? Дверь. Передняя левая дверь. Смотрите, в отражение. Смотрим, вводим. Отражение не плавает, в острый угол четкое ровное отражение. Давайте сейчас откроем капот и посмотрим, что же у нас получилось. Здесь можно так не хлопать. Все доводится, все приводится. Сейчас открываем капот и смотрим внутреннюю часть. Ах, какая красота! Смотрите, все ровно. Вот вам отражение. А здесь была жвачка, в буквальном смысле жвачка, все помято. Так, как он же у нас теперь закрывается? Вот, буквально 20 сантиметров. Опачки, можно было бы еще ниже, но ничего страшного. Лучше хлопнуть, чем надавить.
от хлопания ничего не будет, а вот когда вы давите, можно оставить вмятины на капоте. Ровненький, красивый зазор. Зеркало тоже восстановили. Стекляшку мы не смогли приобрести. В общем, это, я думаю, будет небольшой проблемой. Самое главное, корпус зеркала восстановили, дверь восстановили, крыло собрали из двух частей. Все, автомобиль готов к выдаче. Так, про стекла посмотрели. Смотрите, еще из забавного открывания багажника, в каком месте находится. Сейчас зажигание, видимо, не включено, но вообще крышка работает. По комплектации, друзья, бляха-муха, это такая машина. Вот бы газ в пол нажать и сзади прокатиться. Кстати, вот когда сидишь на пассажирском сиденье, ощущение скорости всегда гораздо выше. Никогда его не сравнить с тем, что сидишь за рулем. То есть, когда ты держишься за руль, вот. Ага. Главное, что все работает. В общем, когда ты держишься за руль, никогда не будет такого ощущения, как на пассажирском месте. В общем, все. Так, закрывается у нас багажничек. Интересно, почему же он с этой кнопки не срабатывает? Ладно. Все. Автомобиль выгоняем на улицу и плотничком занимаемся прадиком.